Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 22 июля. В Одессе в 19.12 прозвучал взрыв в самом городе. И 5 минут назад, в 19.20, прозвучал очередной взрыв. Сообщают о том, что сработало наше ПВО и есть сбитие вражеского беспилотника. По поводу того, что это был за беспилотник, разведывательный или ударный, информации никакой нет. Вот, в моем телеграм-канале уже появилось видео работы нашей ПВО, как был сбит беспилотник. Переходите, ссылка будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Смотрите. На данный момент воздушной тревоги нет ни в городе, ни в области. Обстановка спокойная. Прилетов ни в Одессе, ни в Одесской области не было. Будем надеяться, что данный беспилотник, если он является разведывательным, не успел разведать никакую информацию, его сбили вовремя. Потому что если какую-то информацию ему все-таки удалось разведать, то возможно нанесение ракетных ударов. Я на связи, как будет обновляться информация, сразу же буду сообщать. До встречи в новых видео, всем пока.